Приветствую вас, и думаю, сначала нужно как следует обмыслить причину ссоры, которая произошла между вами и девушкой. Переосмыслить свое отношение к ней, конфликту. И если в чем-то вы были неправы в этой ссоре, то у девушки необходимо попросить прощения. То есть, поскольку из вашего сообщения непонятно, извинялись вы перед ней за ссору или нет, то первое, с чего стоит начать, это именно извинение. Извинитесь, попросите прощения, проявите раскаяние, как-то постарайтесь загладить свою вину, чтобы девушка поняла, что вы признаете свою неправоту. Для женщины очень важно, чтобы мужчина это сделал. Тогда она чувствует, что он не стремится ее подавить, не стремится ее подчинить и так далее. И если у вашей девушки есть к вам какие-то чувства, она их проявит после того, как поверит то, что вы действительно раскаиваетесь искренне. И вот тогда, после того, как вы извинитесь, после того, как после момента прощения, после момента восстановления вашего диалога в нормальной форме, по прошествию некоторого времени вы можете попросить у девушки как бы ответить на вопрос, который волнует вас. Но только тогда. Сейчас она настроена откровенно против вас. Сейчас она имеет только негативные ассоциации с вами, и если вы спросите у нее об этом сейчас, то она, скорее всего, даст вам отрицательный ответ, потому что, простите, не завершилась еще конфликтная ситуация. То есть сначала обговариваем с ней проблему, причину ссоры, извиняемся перед ней, неважно, правы вы или нет, для девушки важно именно, чтобы вы извинились. После даем какое-то время для нормализации диалога после ссоры, чтобы диалог пришел в норму. И вот потом уже спрашиваем. Только так вы сможете получить максимально свободный, независимый ответ, отражающий ее желание, ее стремление по отношению к вам. Ничем не замутненный. Что очень важно. Потому что, ну, вам же не хотелось бы, чтобы девочка ответила на такой важный вопрос, находясь под эмоциями. Находясь под впечатлениями от негативного воздействия конфликта, который между вами произошел. Поэтому, в первую очередь, вам нужно поступить именно так. Не спешить, не гнать, не стараться ставить вопрос ребром. Девочка это тоже, к сожалению, не любят. Ну и на будущее старайтесь избегать ссор с женщинами, потому что они никогда ни к чему хорошему не приведут, они ставят вас на один уровень с ней, а это все-таки неправильно, потому что вы мужчина, а она женщина. Нету уровня выше-ниже, есть уровень мужчины, есть уровень женщины. И не дело мужчины ссориться с женщиной на одном с ней уровне, потому что тогда он ничем не отличается от нее. А если он ничем не отличается от нее, то женщина резонно задает себе вопрос, а зачем мне такой человек, который такой же, как я? Еще одна женщина мне не нужна. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен.